Ну что, здравствуйте, друзья, мы пришло время подварить глушачок на лэнд-крузере. Сейчас подварю, конечно, но с венесуэльской командой это будет достаточно тяжело сделать. Ну, в общем, в чем идея? Идея в том, чтобы, вот видите, вот этот вот маленький, да, сделать такой вкладыш, чтобы он внутри заходил трубы, внутри заходил одной трубы и заходил внутри трубы глушителя, то есть вот сюда. Потому что там такая сталь, что как бы уже ничего это свариться уже не может никогда. Наверное, тоньше, чем жестяная банка. Поэтому мы сейчас заднюю часть полностью переработаем. Вот. И ну, посмотрим, что получится. Я вот тут руковожу. Ну и варить буду я, естественно, потому что они ни хера не умеют это делать. Ну, работаем, в общем. Очередной рабочий прекрасный день. Ну ты куда хуяришь? Не-не-не. Ты видишь, ты ровно она идти должна, вот так вот, чтобы она ровно заходила, понимаешь? Поку-поку. Оси, доберись до речи. Тендешь? Па-па-па-па-па-па-па. До речи-то. И ту кому стаси чанду. Поку-поку. А престола поку-поку. Я говорю, она медленно должна заходить, потому что ты ешь, и потом расстояние регулируешь. Я листу, все, сейчас я ее обварю. И все, вот это да. Это как их заходит, как бабки. А, ну ладно, в общем, что, да, мужики, а? Нормально все? Айта, все, говорит, готово. Вот она, Тьерра. Ну что, не включили, я говорю, подключите ее, вашу мать. И включили этот самый. Есть такая... мы с моим приятелем работали на дизеле. Я мудак, он мудак. У нас дизель спиздили. Вот, Дай молоток, окалину. И мотивчики тоже. О, ну как, без мастера никак. Ладно. Я думаю, тут фигачим, смотрите, какое чудо. Чудо прям. Видите, кофейное зернышко проросло. Прямо на газоне проросло. Вот мы баночку поставили. Вот оно, видите? Вот оно. Баночку поставили, чтобы его сохранить. Будем сохранять. Ну что, мужики? Да тебя-то кто спрашивает? А что ты? Ты-то что тут? Что ты тут ходишь? Кому там они то ходят, продают что-то. Камасутра, лэнд-крузер сверху, мужики снизу. А вот чувак, кстати, пришел, продает, вот интересную тему. Смотрите, что продает, тут ходит такой с доставкой. Беситус де Коку называется, си? Беситус де Коку, дехаме, моменту. А комус он? Осеты. Осеты. По 7 боливар. На доллар получается 3 штуки. Сейчас возьмем сейчас.